которой жир горит всю ночь. Она является самой-самой энергозатратной, никакой кардио никогда в жизни с ней не сравнится. Самые жиросжигающие тренировки. Все это банальный маркетинг, и ничего с реальностью оно не имеет. Все тренировки так или иначе тратят калории. Какие-то больше, какие-то меньше. Кардиотренировки больше тратят энергии, чем силовые. И ходить в зал именно с целью, чтобы похудеть, довольно-таки опрометчиво. Ведь любые тренировки не тратят слишком много калорий. А больше информации о спорте, питании, а также похудении и набора мышечной массы в моем телеграм-канале, ссылка в шапке профиля. Самое главное в похудении – это питание и правильное соотношение белков, жиров и углеводов, а также в комплексе с тренировками. То есть оно должно быть все вместе – правильное питание и тренировки. Тогда в комплексе это даст вам хороший результат. Но, безусловно, тренировки в зале улучшат состояние, в принципе, вашего здоровья, а также ваше самочувствие, ваше долголетие, улучшат вашу сердечно-сосудистую систему и множество другое. Поэтому просто ходить с целью похудеть довольно-таки глупо, а улучшить просто состояние своего здоровья – это более разумно. Поэтому меньше ведитесь на всякие пафосные тренировки жиросжигающие, а просто соблюдайте правильное питание, соотношение белков, жиров и углеводов, а также силовые и кардиотренировки. И будьте здоровы!